Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Индонезию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с модом Beta Balanced Game. Если вы случайно наткнулись на это видео и смотрите партию не с самого начала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка на нее есть в описании к этому ролику, либо появляется в верхнем правом углу. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Всем остальным приятного продолжения просмотра. Слушай, а как так получается, что я все канадские города расфигачил, а у него 825 науки? Бывает, да? Угу. Значит, у него науки вообще не было. Мапуче предложение. Ну это уж совсем. До этого хотя бы платил. Не, Мапуче, я тут один строю ядерки, чтобы бросать в Канаду. Ну оставь себе, окей. Я ничего не буду делать в Канаде тогда. Вообще не возражаю. Ну, у него, видите, тут стоят. Ладно, тогда лучше к себе посажу, чтобы защищать. А то мне тут ломают постоянно все. Ну, походу, кто улетит, просто сейчас будем. Вообще почему-то не хочет давать уран. Ну, Канада выглядит все еще круто. Не знаю, несмотря на все мои эти. А что мне туда вкладываться? Англия сидит, ой, Франция сидит, развивается. Мапучи сидит, улетает.
может, на всякий случай в Маджапахите все-таки ядерку. Ну, блин, а, ну, ядерку нет смысла бросать. Я хотел ядерку против француза, но у меня нету смысла ее делать, что он ее собьет. Термоядерку я хоть могу куда-то кинуть, чтобы ее не сбили. Я бы с ним, если он продлит союз, я бы с ним продлил союз, потому что, хотя, блин, он получит там крутые плюс 100% и там 1500. Блин. Что он на него читает? И тут надо закончить лунную экспедицию, и следующую я буду делать не в Сурабае, а в Тернате. Не, ну он этого забирает. Уже даже не читать. Ай, блин. Я сижу и не понимаю, почему у вас склады забит. Чем? Что? Топливом. Топливом. Блин, так если я буду там строить, может, мне туда лучше пересадить? Часть подлодок вернем. Так, канадец, космопорт. Ну, я больше ставлю на то, что тут Франция улетит, а не Канада. Мне надо в него будет термоядерку бросить. И большим человекоподобным роботом что-то захватить.
Канадец, ты действительно хочешь со мной на море повоевать? У меня там флота просто, я ж тут понакупал за... Не боюсь, думаешь, я испугаюсь флота? Нет, я просто как бы уже... Вообще, отправил в другую сторону уплывать от тебя, но если ты хочешь воевать, я не знаю, боишься ты, не боишься, зачем тебе бояться или не бояться. Я не про это спрашиваю. Я спрашиваю, ты хочешь повоевать? Давай повоюем. Донезия, предложение. Так, ну я с Мапучи точно воевать не хочу. Просто непонятно, как он, наверное, самолетом убил. То есть он засветил. Предложение. А где у меня Магнус вообще? Ты такой жадный, слушай, тебе же его девать некуда. Три штучки отжалел. А я... Что? А теперь скажи, у тебя есть куда его класть? Ну, тогда мне надо было куда класть. Сейчас-то мне зачем? Воевать. С кем? С Канадой? Да. Да я Канаде уже все там... Все уже покидал, я не знаю, как ты ему... Как слону дробина, по-моему. Ему надо было, чтобы захватывали города. Я немножко на другом континенте. Ну, я понимаю. Косяк. Блин, где ж ускорение-то полета? Блин, на минус 10, не знаю, мне что-то синтетическая технократия как-то больше. Блин, ладно, пойду в нее. Мапуче, предложение. Секунду, извиняюсь, так сейчас. Да, он, наверное, не... Ага, вот он где. А сойди. Ну потом кинешь. Уничтоженный реактивным бомбардировщиком. Кинул.
Я не думаю, что Мапуча может раньше улететь. Потому что у меня есть великий человек, которым я ускоряю последнюю деталь. А вот этот со 100% очень даже может. Блин. То есть ускорение где-то тут. Очков великих людей. Караген предложение. Я что-то могу открыть. Да, блин. Да. Ну ты кинь мне дружбу. Ну, сейчас. Я просто не успеваю. Просто кину там тебе предложение с ресурсом. Так. Я не построил еще одно здание в этом, у меня нету демократического наследия, блин. Пристроить тех чудес. Так, это что нафиг надо? Порт у меня есть. Все, куда полетел? А чё куда полетело, расскажите. Я вообще не знаю. А, боже, ты это в моей подлодке бросил. Ой, блин, когда опять дипломатии? Твоя грива дипломатии пытается победить. Остальные не знаю. Давайте запретим вырубку, чтобы не ускорять. И так, не знаю, что с юнитами предлагаете. Разведку улучшаем. Ну да.
быстрее гривен. Пора мне космопорт ломать постоянно. Видите, правильное было решение сюда перенести. Так, а где мой... Блин. Мне надо следующим ходом будет уже ускорять. Последнюю предложение. Деталику. Предложение. Предложение. Кри. Кри предложение. Ладно. Видимо, надо внутри своих посылать. Ну и принял дружбу, но отказался от союза. Ладно. Я не буду атаковать. Если я первым сейчас запущу деталь, то я не буду атаковать Францию. Пусть он это делает. Всё, мне теперь осталось только вот он межпланетный полет. Значит, надо исследовательские гранты. О, еще и плюс мне 100% досталось. Еее! Это круто. А, его в космопорте надо, блин. Отлично. Приходится туда плыть. Пока я тут занимаюсь, он мне там втихаря убивает юниты, которые я не вижу.
ну нефть у меня вроде дофига. Интересно, почему кризис против канадца, когда я ему, блин, города пораспигачивал. Это даже не я кризис подал. Береговые ветроэлектростанции, потому что мне надо куча энергии. И один лишь нормальный космопорт не запустил. Спутник. Делайте выводы. Судил, и теперь единственный без космопорта. Что? В лидерах. Что? Норвег был в лидерах, а теперь единственный без космопортов. Но он основную, видишь, удар от тебя, видимо, принял. Остальные просто сдались. А он повоевал хоть с тобой. Дал классных этих на стоп, на плюс 100% и на, ну то есть он, грубо говоря, может быстро все это закончить. Да. Кто-то еще забрал на 100%, кто-то еще забрал. Я ничего сейчас не услышал. Так, стоп, мне нужна все-таки тут одна. Ну, блин, да мне и две тут нужно. Ну, то есть вот сюда я кидаю на самом деле, и Бордо падает. Вопрос, стоит ли мне это делать. Ну тут два хода я уже никак не ускорю.
канадец может приехать мстить. Ничего делать не собирается. Что? Никто ничего делать не собирается, я так понимаю. Там космопорт на западном берегу. А, они тоже. Ну, мне космопорты ломают. Но у меня как бы они не нужны, у меня нет ускорялок. Кстати, может мне шпионов построить и посадить как раз? Ну, в космопорты на защиту. И тут можно поменять. А, я не открыл. Против шпионов, блин. А где это тогда? Тут что ли? Подождите, а где эти... А где эта карточка, которая... Вот, новая криптография. Да ладно, у него такая же, как у меня? Да не может быть, блин. А, ну они там уже вообще где-то улетели. Слушай, Ашана, а что у тебя случилось? Почему ты так отстал? Космическая гонка, я не пойму. У тебя так, типа, и производство дофига, и ты раньше явно в космопорты вышел, и всё. Почему так медленно? Я просто смотрю, ты уже вообще, по-моему, все закрыл. Хочешь сказать, это ничего? А? Ядерки? Так я ядерки бросил, когда у меня уже был построен космопорт, лично у меня. То есть я, грубо говоря, строил ядерки, и мне было до тебя плыть 7 ходов. И вот пока плыли 7 ходов подводной лодки, я строил космопорт. По-моему, когда я приплыл, у тебя уже были космопорты, но ты ничего не запускал, да? В новом городе. Что я не услышал? Мне пришлось строить космопорт в хреновом городе. И играть от него. Ядерка полетела, нет? О,
Сурабайя. Можно мне бросить? А, я бросил, блин. На Францию. Ну, она в меня бросила, я в нее. Так, давайте попробуем вот сюда. А почему? А, потому что я задеваю. Блин, ну тут собьют, мне кажется. Давайте тогда в Париж, что ли. Вот сюда. Должен мочь Париж захватить следующим ходом. К сожалению, разрушить его не могу. Так, у меня два космопорта, потому что это я буду очень долго. Хотя... Он же меня не город разрушил, а космопорт чисто. Так что два хода чиним. Этого в космопорт на контрразведку. Видать, ты все-таки вышел в ускоряшки. Нет, мне просто француз кинул в меня ядерку, я, в общем, на ядерной тяге улетаю. Ну, у меня просто ядерка, еще ее хранить. Может быть, и не собьет. Да. Тебе не кажется, француз, что стоило попробовать все-таки на перегонки как-то поиграть? Перегонки, не перегонки, все равно одна и та же клуба.
на робот, конечно, имба не контрится. А Париж ты не будешь отбивать, да? О, чем отбить Париж у робота? Простите. Ну, блин, у тебя там куча самолетов стоит. Летит, точнее. Которые умирают от одного подлета, от робота. А, вот это надо. Плюс 50% при создании ОБР. Ну, нормально обстреливается. Да он сейчас отвалится по лояльности. Следующим ходом прямо. Там минус 49. Три световых года, ну все это уже без вариантов. Это здорово, только что ты же со мной союз заключил тогда, Мапуче? Мог бы захватывать. Мог бы я захватить.
Так, этого в Банджармасин. Ну, давайте ядер. I am willing to serve. Эй, ты мне чё фабрику грабишь? О, торговца. Роген, это союз, чтобы мне быстрее улетать было, да? Да, это было еще 10 или 15 ходов назад, когда я кинул. Нет, я тебе кидал союз, ты от него отказался ходов 5 назад. Сейчас вот... Сейчас союзец как раз свежий. Панцы, ураган вот так вот прошелся просто. А сейчас по мне бросал, кстати, француз, и я отбил его РСЗО. Да блин. Световых ход, то есть у меня два хода до победы. Ну, я думаю, тут уже точно все. Пора лыжные курорты сделать, наконец. Индонезийцы, мы на лыжах негде покататься.
Сколько, два хода осталось? Да. Ну все, следующим ходом, да. Все-таки приятно тоже за Индонезию играть, если у тебя есть морские эти города Китая, очень даже помогли в итоге. Реально. Француз, что ты делаешь? Почему ты из пушки стреляешь по роботу? Пушка не дострелила. А, это был дамаг самолет, если что. А, да. А ты же просто так выглядела, как будто пушка. О, я какую-то ачивку получил. Неужели я за Индонезию не побеждал? All beneath the wings of Garuda. Ну, честно говоря, неожиданно. А, у меня еще заодно и Цива крашнулась. Я там победил? Да, да. А, нет. Отлагало. Ашана, почему ты не пошел в культурную победу тоже? Интересно. Да, неинтересно. Слишком легко. Слишком легко, это значит, что ты мог победить. Мне кажется, там что-то не получилось. Я думал, да. Не, я думаю, он мог Нет, победить. Нет, просто когда Алексей начал всех подговаривать там против меня играть, меня решил. Ну, мне захотелось поиграть так. Ну, то есть. Дефц, короче. Подговаривать. Ну подожди, по-моему, я начал подговаривать, когда ты уже захватил Рим, нет? Нет. А подговаривал ты там как раз Рим. Ты начал подговаривать с 10 этих. Ну, с чего 10? С 10 этих, ну, когда было 10 из 40. Это не я точно, я Канаду... Я стал туристов смотреть только в конце игры. Там кто-то другой про туристов говорил. Я говорил про туристов, ты говорил, там Канада разживает. Как только ты сказал, что я там что-то побеждаю, меня сразу осудил Норвег, и я захотел над ним порофлить. И пошел на него в атаку. Вот все. И Норвегу понравилось. Ну, я думаю, да. Ты прям этот... Хорошо с тобой не быть рядом в соседях. Непонятно, почему так долго улетала Франция. Да, тоже, тоже интересно. Франция, у тебя что-то там потому было много что... производства.
Тогда ядерки полетели бы в меня. Нет, я реально не планировал на тебя нападать. Ты мог союзиться с ним. Ты был в союзе. Я считаю, что союзиться — это абсолютный бред в конце игры. Ну смотри, ну ты же сам напал на меня и кинул в меня ядерку. Не, ну правильно, типа. А чё, смотреть, как ты улетаешь? Так в этом и фишка. Если ты отстающий, тебе союзиться невыгодно. Если ты идешь во главе, тебе союзиться выгодно. Игрок, а не союзники, как бы. Так, в этом и лог. Конец игры — это полный бред. Союз под конец игры для человека, который лидирует, выгоден. Это уменьшает вероятность того, что человек, ну, нулирует вероятность того, что человек на него нападет. Он может какосничать, но не более того. А если ты такой лидируешь, такой, а не буду я союз, пускай меня все дербанят, ну, тебе будет тяжелее немножко. А кто даст ему союз? То лидирующему кто даст? Блин, до тех пор, пока канадец не напал на Рим, Рим вообще тотально там уничтожал юниты, там, я так понимаю, что немец об него слил очень много юнитов. Немец нападал там, блин, арбалетами, по-моему, что ли. И что-то совсем мелочь какой-то. Я нападал на Рим. Мне, кстати, очень помогли города китайцы, потому что у него как раз города под Индонезию заточены. Там много кампонгов можно было поставить. То есть, на самом деле, наверное, я должен был на его месте появиться. Как-то так. Был прав, значит, что нападал. Ладно. Китайцы без вариантов там было. Спасибо за игру. Всем спокойной ночи. Ночь. Спокойной ночи. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!